Здарова, братва, с вами я, Сивака, и сегодня мы тупо залетаем по мобайл с моими топовыми подписчиками. Сегодня мы будем рубиться в рулетку смерти, и только один из 11 выйдет победителем. Надеюсь, вы оцените этот ролик лайком и комментом, и давайте рили возьмем и поднимем этот ролик как можно выше. Я запишу для вас как можно больше крутых роликов и именно с вами. Приятного просмотра. Короче, сегодня мы играем с вами рулетку. Сегодня со мной, кстати, 10 человек. Сегодня мы играем рулетку. И, короче, у нас есть... Я вам сейчас, в принципе, показываю. Кто же чисто выпадет из этой рулетки, тот и погибает. В принципе, вы готовы, ребят, попробовать у нашу вот эту рулетку? Здравствуйте. Самая первая! Я верю, что я буду седьмая. Давайте. Я верю, что я буду самая первая. Ладно, я тогда начинаю крутить. И погнали. Так. А у тебя есть рулетка? Всем здоровья, пока. Крутится, вертится, крутится, вертится, вертится, крутится. И кто же сейчас же умрет? А умрет у нас челик под номером 2. Второй номер это... Ты говоришь... Ладно, ладно. Кто гранату кинул? Ладно, окей, хорошо. Я... Нет, ладно. Короче, кручу я тогда второй раз. Крутится, вертится, вертится, крутится. И чё же выпадет сейчас? Кто же умрет? А кто мои штаны забрал? Только не 7, только не 7, только не 7. Только не 5, не 5, не 5, не 5. 7 выпало, я клянусь. 4, 5, 6, 7. Твое последнее подожди. Слово. Мое? Говори. Мое последнее слово это умереть. Так, ладно. У нас осталось, в принципе, сколько участников? 8 участников. Сейчас посмотрим, кто же сейчас будет следующим. Так вот, кручу тогда вот эту нашу рулетку, сейчас посмотрим, кто же сейчас умрет. Так, выпала цифра 6. 3, 4, 5. Подожди, 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 я сейчас... Последнее слово. Пока, народ, подпишитесь. Ладно, тогда я кручу, сейчас посмотрим, кто же сейчас погибнет. Хорошо. Так вот, по идее, нам выпала циферка... Пять! Я не знаю, как вы угадываете цифру, но выпало 5. В принципе, последний выживший сможет чисто убить меня. Крутим еще раз. Как вы думаете, что же сейчас выпадет? 3, я думаю, 3. 3? Всё, посмотрим. Так, открутится. Сейчас посмотрим. Выпала цифра 2. Это кто? Это я. 2 уже было вообще-то. Ну, как бы все равно. Ну, все равно сузился круг, и вот, скажешь. Мир пока. Давай. Давай. Ой, я метки. Ой. Ладно, это вырежу. Типа, чтобы никто не видел. Так, ладно. Ага. Осталось у нас тут 5 игроков. Попался. Давайте сменим локацию, потому что слишком много ящичков. Давайте встанем вот тут. Чё? Сейчас посмотрим, кто же сейчас затащит. Так, вот, ладно. Выпала цифра 5. Братан, не, так не сойдет. Так не сойдет, так не работает. Ладно. Осталось у нас 4 чисто игрока. Давайте, пацаны, как вы думаете, какая цифра сейчас выпадет в следующий раз? Смотрите. 2? 2. Нет, 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 не надо. Шучу, нет, 1. Ладно, пошла. Нет, 3. 3? Ладно, сейчас посмотрим. 228. Чё? Пока. А ну, зрители, горите. До трёх, до трёх, до трёх,
Два. Ладно. Пошла шарманка, сейчас посмотрим, кто же сейчас чисто погибнет. Так вот. Сколько ты говорил? Два. Куда? На место пошел! На место пошел! Ну, вообще-то один, но это так, если что. В принципе, осталось один на один. Сейчас посмотрим, кто же затащит. Тащит. И умирает у нас, собственно, второй. То и последние слова. Я угадала. Ну и, в принципе, остался у нас победитель. Что ты хочешь сказать, Лансер? Я хочу сказать, Чимиге, Чуамидон, братан, Дзангеранге, ставьте лайк и прощай. Бай-бай, Мадон. Знаешь, он походу не знает больше слов, кроме этих, типа... Победитель по жизни. Да, вот такой у нас победитель получился. Когда не читаешь книги, знаешь только мемы.